Всем привет! Снова Маруси. Хочу вам рассказать рецепт приготовления пюре неженка. Я его делаю из яблок. Очень вкуснейшее пюре. Я считаю, это заготовка от нуля до любого возраста понравится. То есть от маленьких ребятишек до взрослого человека. Ее всегда можно как перекус. Всегда можно просто так поесть. Добавить в какие-то, допустим, пудинги, саладушками. Неважно. Но неженка... Кто помнит пюре, это было, конечно, вкусняшка. И мы ее сейчас будем делать. Ее можно сделать из любых яблок. Неважно, какие у вас яблоки. Вкусная она, конечно, получается из сладких яблок и из антоновки. Ну, делаем из любых. У меня вот такие яблоки. Удаляем сердцевины обязательно. И складываем в форму для запекания. Все, яблочки я приготовила. И сейчас нужно их накрыть фольгой. Убираем в духовку на полчаса. Вверх-вниз у вас пропекутся яблочки, получится печеное яблоко. И дальше будем готовить уже пюре. Температуру нужно поставить примерно 180-200 градусов. Если хотите, чтобы побыстрее приготовилось, или у вас крупные яблоки. Если яблоки мелкие, то можно чуть-чуть меньше, 160-180 градусов поставить. Яблоки быстро пропекутся. Опа, яблочки готовы. Самое интересное, их можно как горячими сейчас обработать, как также остудить. Если кто хочет, добавляйте сахар. Ну, в смысле, когда только закладываете. Сейчас уже сахар нельзя добавлять, а то он брожение даст. Я делаю без сахара, потому что сами яблоки сладкие, да, и сахар я не очень. Но вещь изумительно вкусная. Берем теперь блендер и все это взбиваем. Вот такое вкуснейшее пюре получилось. Я делаю всегда остывшим. Это я уж сейчас показываю вам горячим. А так делаю остывшим. Оно потом еще загустеет, когда остынет. Получается пюре неженка. Складываем в баночки. Наша пюрешечка готова. Неженка очень вкусно, замечательно, быстро, легко. Сделайте, не пожалеете. Угостите и деток, и взрослых. Всем, кому понравился наш рецептик приготовления неженки, поставьте нам пальчик вверху, напишите свои комментарии. Не забывайте подписываться. Всем пока!